Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Приготовлю потрясающий вкусный салат, который я готовлю два раза в неделю, так это точно. Дополнение к салату, сразу скажу, можно менять. Получается вкуснее, чем цезарь. Что нам понадобится? Это листья любого зеленого салата. Я обычно беру побольше. Один, два или три вида. Также понадобятся огурцы, помидоры. В этот раз у меня будут крабовые палочки. Можно делать с креветками, можно делать с отварной курицей. Сегодня будет вот так. И кусочек сыра. У меня сыр пармезан. Этот салат я делаю слоями. Поэтому первым слоем нарезаю листья зеленого салата. В следующий слой идут огурчики, нарезанные небольшим кубиком. Стараюсь их равномерно распределить следующим слоем вот так вот на листьях салата. Следующий слой, конечно же, это красивые красные помидоры. Заправляю салат вкусным ароматным маслом. Соль добавляю тоже по вкусу. Можно добавить черный молотый перец. Сверху на салат добавляю кусочки крабовых палочек. Также можно заменить на креветки, либо кусочки отварной курицы. Припыляю все тертым сыром, и салат готов. Кому понравился рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо, до свидания и пока-пока!